Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Головоломки и многочисленные задачки на внимательность любят многие люди. Иногда по ним даже проводят различные соревнования. Такие специфические тесты позволяют не только весело провести время или проверить собственный уровень интеллекта и внимательности. С их помощью удается развивать мозг. Ученые отметили, что регулярное решение подобных ребусов улучшает качество нейронных связей. Естественно, определенная польза складывается и для всего организма. Люди, решающие ребусы, в меньшей степени рискуют заработать в старческом возрасте деменцию или болезнь Альцгеймера. Сейчас в сети набирает популярность довольно интересная задача. На этом рисунке изображено много разных элементов. Однако художник сумел вставить в свою работу и скрытую кошку. Именно ее и нужно найти для успешного прохождения теста. Как видно, все довольно просто и понятно. На самом деле, некоторые люди ломают голову над этой задачкой очень долго. Ряд пользователей для более быстрого обнаружения даже советуют перевернуть картинку на 90 градусов по часовой стрелке. Ответ же скрыт на стене. Кошка изображена между рукой женщины и занавеской. А нашел ли ты кошку на этом рисунке? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.